калибр, сразу же такой вот заряд. 3 минус 120 мм вниз, три противодар плюс-минус сверху, вот таким именно, вот таким вот порядком. И сверху сосредоточен заряд. После этого так сложили вот эту колбаску, здесь делаем прорезь, добираемся до пластида. И уже к нему потом будет капсуль-детонатор с огнепроводным шнуром, то есть будет зажигательная трубка по 300 секунд для того, чтобы отойти. Все, давай грузимся и смотрим. Один дублирующий, то есть чтобы если у нас один не сработает, будет отказ, второй точно наверняка. Первый есть.